Спасибо. Мне вот корону подарили, правда. Вот. Значит, меня зовут Галина. Я живу в городе Краснодаре. Мне 41 год. В 40 лет я стала мамой. После рождения дочки у меня была послеродовая депрессия. Вот. И с момента рождения ребенка до нынешнего момента я поправилась на 10 килограмм. В моей жизни все было благополучно, но, несмотря на это, возникло ощущение тупика, безнадежности, да, я впала в уныние. Моя главная цель в жизни – быть физически и умственно здоровой матерью и женой. Но до прохождения тренинга «Суперджамп» вот эта вот моя цель находилась в зоне размышления. Потому что моя самая главная проблема заключалась в том, что у меня не было доступа к моим внутренним ресурсам для реализации вот этой вот моей цели. Тренинг Superjump открыл мне доступ к моим ресурсам и переместил вот эту вот мою мечту с ареала размышления на ареал действия. И, кроме того, благодаря этому тренингу я получила инструменты, упражнения, которые действительно помогают, они действительно рабочие, вот, и помогают делать мою жизнь лучше. Вот. Мое самое любимое упражнение это вот резиночка, ангельский оберег, оберег от плохих мыслей, которые помогают мне правильно мыслить, не уходить в русло негатива, вот, и, соответственно, идти к моей цели вот исключительно в позитивных активациях.